Для того, чтобы проголосовать на устройстве сенсорного голосования, необходимо зарегистрироваться в комиссии, получить штрих-код и этот штрих-код поднести к устройству сенсорного голосования. Сложности для голосования никакой нет, так как наши любимые избиратели уже проходили данную процедуру в 2014 году. Очень многое зависит от лидера, очень многое зависит от того, кто стоит во главе того или иного процесса, насколько этот человек настойчивый, требовательный, креативный, последовательный, обладает лидерскими качествами или не обладает. И как раз 18 марта мы выберем лидера страны, от которого также зависит очень много, очень зависит то, как будет развиваться наше государство, наша матушка Россия в ближайшие 6 лет. Я, конечно же, вот сегодня еще раз посмотрели, что у нас все участки в городе готовы к тому, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, честно. Часть участков оборудована новыми современными электронными системами голосования, которые, впрочем, для череповчан уже привычны, многие сталкивались с этой системой. На участках будет создано хорошее праздничное настроение. Все создано для того, чтобы каждый желающий мог прийти и проголосовать за будущее страны.